Всем привет! Всем привет! Сегодня я хочу записать видео о конкурсах грантах. Такие видео я не делала целых 2 года. Причина, потому что я хотела выиграть конкурс грант и затем снять видео. Я очень долго думала, делать это видео или нет, и вот я решила, что все-таки нужно сделать такое видео, и я хочу запомнить этот момент в моей жизни, то, что я как победитель конкурса грантов РФФИ. И я сейчас расскажу, как бы за день до того, когда должны были подвести итоги, то я думала, будет ли моя фамилия в списке победителей, и моя фамилия, если даже ее там не будет, я все равно, я уже сделала все возможное и невозможное, чтобы выиграть этот конкурс, и даже если бы моей фамилии вот не было бы 15 июля 2020 года в этом списке победителей, то я продолжила бы все равно подавать заявки на этот конкурс и делать еще больше, что уже я как бы сделала. Хотела сказать, что в этот раз было и не только от меня зависела, да, эта победа, но и от очень многих внешних факторов, то есть не только вы, но еще внешние факторы влияют на то, чтобы ваша заявка была поддержана. Мне все время говорили, что моя тема, она не актуальная. Ну, не в том плане, что она прям вообще не актуальна, да, но именно как бы прям сильно так, чтобы она была актуальна, именно и проведение исследований именно этой темы, оно не вызывало такого прям сильного, чтобы прям вот потребности такой, да, в проведении исследования. Я не сдавалась, я продолжала работать над этой темой, я увидела тенденцию, которая, на мой взгляд, она имеет место быть, сделала ее как проблему исследования. И в этом году эта тема, она проигралась, то есть она стала очень такая на повестке дня, и она стала актуальной, то есть она прям стала очень сильно актуальной. И как раз-таки я подала заявку, как раз когда была проверка этих заявок, то тема, она действительно получила очень сильную резонанс в обществе сейчас, и она очень актуальная. Но для меня сейчас это новый вызов. До этого я была исполнителем проекта, сейчас я буду работать в качестве руководителя научного проекта, научного исследования. От меня потребуются новые навыки, новые способности. Очень приятно было, когда меня поздравил руководитель ведущей организации. Это был очень такой приятный момент. Грант у нас краткосрочный, и я рада, что он краткосрочный, потому что как я попробую свои силы сначала на маленьком проекте, и затем уже можно будет подавать заявку для более крупного проекта и на более долгий срок. Хочу сказать, что нашу заявку проверяют каждую точку, каждую запятую, и очень важно, чтобы заявка соответствовала всем критериям для победы, критериям проекта для победы в конкурсе. Хочу сказать причины победы. Прежде всего, это кропотливая работа над заявкой, то есть это очень долго я работала над этой заявкой, и меня ее постоянно проверяли эксперты, постоянно говорили, что в ней исправить, постоянно я вносила в нее изменения. И, знаете, по 2 страницы присылали мне исправлений, и когда видишь эти, что нужно исправить, даже не знаешь, как исправить это все. Но потом, когда начинаешь работать, потихонечку начинаешь исправлять и вносить изменения в заявку, и заявка становится очень качественной. То есть вот экспертиза заявок, вашей заявки очень важна. И в этом году у меня подобралась команда, и ведущая организация тоже очень поддерживала меня, и команда меня тоже очень поддерживала моя, как руководителя. И мы сделали эту заявку, то есть я считаю, что еще очень важно иметь команду для того, чтобы победить в конкурсе. И вот вы, наверное, заметили, что у меня очень мало видео о конкурсах грантах, и я практически не
выкладывал видео, потому что я была сосредоточена только на этом проекте, этой заявки, и работала вот это все время для именно победы в этом конкурсе. Хочу сказать всем, чтобы вы верили в себя, то, что вы делаете все правильно, и я желаю вам пройти этот путь. Этот путь пройти нелегко, но возможно. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Я буду стараться для вас делать новое видео об этом гранте, как мы его реализуем, какие у нас будут сложности, проблемы и положительные моменты. Мы сделаем видео в марте. Я сделаю видео в марте. И также не забывайте, если вам интересна моя книга «Grant Skills. Учимся выигрывать гранты», вы можете ее приобрести на сайте Litres. До новых встреч. Пока-пока.